Всем, кто сейчас смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 19 апреля 2017 года. Поговорим о теплице арочная эко шириной 3 метра, длиной 4 метра. Стоит заметить, что это первая арочная эко в этом году. Поэтому с дебютом, так сказать. На торцах расположены у нас цельные двери и форточка в торце небольшая. С другой стороны все то же самое. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20, арка, и сверху приварен усилитель. Крепятся арки между собой прогонами с помощью крабов. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. У дверей форточек есть фиксирующие крючки снаружи, чтобы ветром их не болтало. Ну вот, пожалуй, и все. Ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Всем пока. Арочная, крепыш из трубы 20 на 40 с боковыми форточками на 6 метров, ширина 3, с цельными дверями. Брус 100 на 100 пропитанный. С другой стороны тоже две форточки боковые. Труба 40 на 20. С торцов тоже 40 на 20. Покраска полимерно-порошковая белого цвета. Видео номер 2. Теплица от Уральской усадьбы. Рядом теплица, неизвестно от кого, покрашена в зеленый цвет. Вся ржавая. Крепления никаких. Шайбы пластиковые все потрескались. Половина хозяин поменял. Там купил какие-то новые шайбы цинковые от Уральской усадьбы. Уральской усадьбы. На каждую форточку и дверь. Неизвестно от кого. Крепление веревочки.